Всем привет! Доброго утра! Птички тут как тут. Бонжорно тути, бонжорно кари амичи, кто смотрит меня из Италии. Снимаю небольшое видео, поскольку хочу показать, что у нас тут на площади сейчас, поскольку это бывает всего один раз в месяц. Вот, видите, палатки, типа небольшого рынка. Приезжают фермерские хозяйства со своей продукцией, овощи, фрукты, что они выращивают на своих участках. Мед можно купить. Ну, я так издалека. Может быть, кто-то вино там свое продает домашнее. Вот, это надо мне выходить и показывать. Ну, я не так уж давно проснулась. Смотрела допоздна. 2 часа ночи легла. Просмотры делала опять. Подгоняю свои долги. Вот, друзья мои. Ну, прохладненько. Еще чувствуется веяние зимы. Травка зеленая. Вот. Ну вот, друзья мои. Вот они тут. Подкрадывается. Хитрюга, а? Близенько тут ко мне. Вот. Ну что, друзья мои, сегодня очень интересная дата, зеркальная, 2 февраля 2020 года. Желаю всем загадать желание, включиться в этот новый энергетический поток, как предлагают астрологи, поскольку эта дата больше не повторится. Начинается отсчет новой энергии сегодняшнего дня. Повезет особенно тем, кто пользуется своим умом. Те, кто интеллектуально развивается. Вот, я бы так сказала. Да, и башня подтвердила. Вот так вот. Меня услышали наверху. А меня всегда слышат. Я обладаю силой слова. Вот. Всем хорошего дня, хорошего настроения, хорошего воскресенья. И пусть сбудутся все ваши мечты, друзья мои. Все, что вы задумали. Желаю процветания каналам, которые идут к своей цели, к своему Олимпу особенно. Все, всем пока.